Свою поддержку введения в Волгограде городского управляющего высказали и жители областного центра, которые собрались сегодня на митинг. В центр города на площадь павших борцов пришли почти 1500 человек. Волгограду грамотного управленца. Сити-менеджер – требование времени. С такими лозунгами вышли на митинг те, кто поддерживает введение в областном центре новой модели управления муниципалитетом. По мнению жителей, город давно нуждается в крепком хозяйственнике. Я считаю, что городом должен управлять профессиональный управленец, чтобы он занимался проблемами города, а не политическими интригами. Волгоградцы от будущего сити-менеджера ждут решения давно назревших проблем, которые напрямую отражаются на качестве жизни самих горожан. В первую очередь, речь идет о плохих дорогах и наведении порядка в сфере ЖКХ. Хочется, чтобы в Волгограде, а я коренной житель города Волгограда, наладились наконец-таки нормальные условия, чтобы у руля был не политик, а хозяйственник, который наведет порядок на дорогах, потому что дороги действительно очень разбиты. Крыши домов текут, люди живут в не очень хороших условиях. Что же касается того, какими качествами должен обладать сити-менеджер, то, по мнению участников митинга, он должен блюсти интересы города и горожан и грамотно разбираться в хозяйственных вопросах. Сити-менеджер является менеджер высшего звена, вот, и всеми этими качествами он и должен обладать, то есть компетентность во всех вопросах, которыми он занимается. Людям импонирует, что функции главы политика и главы хозяйственника будут разделены, а также то, что сити-менеджером, который не справится со своими обязанностями, нужно будет расторгнуть заключенный ранее договор.